Наталія Карпова – тренерка з фітнесу та функціонального тренінгу, інструкторка дитячих групових програм та напрямку підвісні петлі TRX, хореограф, учасниця Всеукраїнського фестивалю з фітнесу «Бенефіт». Доброе утро! А мы продолжаем заниматься, и сегодня мы сделаем акцент на мышц пресса и ягодиц. Первое упражнение у нас будет ягодичный мостик. Исходное положение. Мы ложимся на спину, ноги поджаты, руки вдоль корпуса. На выдохе мы поднимаем таз наверх, чтобы плечи и колени была одна ровная линия. Вверху зажимаем ягодицы. На вдохе мы опускаем таз вниз. Основные ошибки, которые могут быть допущены при выполнении данного упражнения, это при подъеме таза поднятие стоп на носки. Пятки должны максимально быть опорой в пол. И в принципе на этом все, потому что в данном упражнении, к счастью, ошибок может быть и не допущено. В предыдущем упражнении мы задействовали мышцы ягодиц, а в данном мы будем задействовать косые мышцы живота. Итак, исходное положение. Мы лежим на спине, ноги поджаты под себя. Мы приподнимаем чуть-чуть плечи, шея в нейтральном положении. Подбородок не должен быть прижат к груди и не должен быть расслаблен. Руки в стороны напряжены. На выдохе мы касаемся одной стопы, вдох, выдох другой. Выдох, вдох. Ошибки, которые могут быть допущены, это подбородок прижат к груди, шея должна быть в нейтральном положении, продолжение тела. Мы должны правильно дышать и пресс всегда зажат. Данный комплекс лучше всего выполнять 15-20 раз по 5 подходов. На этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Хороших вам тренировок.